симпатично. Я сама тут как помидрище. Шел первый день съемки Моторолы. Сейчас купаемся в ванной, и это прекрасно. Просто у нас на улице 28 градусов, и мы решили охладиться. У нас холодная вода. Пошли, в общем, в грозу. У нас просто нет зонтиков. Поэтому мы выбрались смотреть на грозу. Очень симпатичная погода. Можешь меня сфоткать? Шел первый день съемки Моторолы. У меня такой классный зонт, я самая младшая. Все орали, потому что мы вышли, там какие-то мужики в машине сидят, и мы выходим из дома. Погромче. Сегодня шикарная, и у нас сегодня бэкстейдж Моторолы номер 2. Поближе, там должен быть снег. Все снимаешь? Андрей, ты посмотри, что с ним случилось. Сейчас мы будем правильно. Он присосался. А как это вернуть на место? Они реально воняют. Иллюминатор закрывай, да, все, давай. Я не могу. Как аниматор. Ты как гном под грибом сидишь. Идем снимать на помоечку. Да, сейчас. Блин, меня их в зонтике бесит, задолбало, что это такое? Тут мне 20, не хочу ничем заниматься. Зачем добиваться, скажите мне, братцы. Если бы было 15, то я бы, наверное, жил бы как 20. Целыми днями тусы, но мне в интернете не бывает грустно. Ведь я послал проблемы, и в жизни остались только...